Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Удачи на нашем канале! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Ибрагим Чаликкол поддерживает свой народ в каждый трудный день своей страны. В последние месяцы вспыхнул пожар, и Ибрагим Чаликкол без страха и мыслей бросился в огонь. Ибрагим Чаликкол очень ценит все живое. Когда он видит нуждающееся в помощи существо, даже горящее животное, он рискует и не может устоять. Как вы знаете, в Турции произошло землетрясение, и Ибрагим Чаликкол в первую очередь помог пострадавшим через свой аккаунт в социальных сетях. Он просил вас о пожертвованиях. Как и многие турецкие звезды, он собрал много пожертвований и сразу же отправился в Кахраманмараш, потому что чувствовал себя некомфортно. Землетрясения по-прежнему случаются в сейсмоопасных районах, и даже когда стемнеет, они делают все возможное, чтобы спасти выживших, и, честно говоря, их жизни угрожает опасность. Я хочу поблагодарить всех в регионе за людей, пострадавших от стихийного бедствия. Все они упорно трудятся, несмотря на то, что их жизни угрожает опасность. Ибрагим Чаликкол – очень смелый человек, присоединившийся к поисково-спасательной команде. Пожалуйста, не забудьте показать свою поддержку народу Турции. Представьте, что однажды у вас может быть плохой опыт, и вы не хотите быть в одиночестве, как они. Помните, что деньги от пожертвований не поступают к нам, владельцам канала. Он занимается благотворительностью, чтобы помочь нуждающимся. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Какой позор в других видео! Береги себя! До свидания! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Удачи на нашем канале! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Ибрагим Чаликкол поддерживает свой народ в каждый трудный день своей страны. В последние месяцы вспыхнул пожар, и Ибрагим Чаликкол без страха и мыслей бросился в огонь. Ибрагим Чаликкол очень ценит все живое. Когда он видит нуждающееся в помощи существо, даже горящее животное, он рискует и не может устоять. Как вы знаете, в Турции произошло землетрясение, и Ибрагим Чаликкол в первую очередь помог пострадавшим через свой аккаунт в социальных сетях. Он просил вас о пожертвованиях. Как и многие турецкие звезды, он собрал много пожертвований и сразу же отправился в Кахраманмараш, потому что чувствовал себя некомфортно. Землетрясения по-прежнему случаются в сейсмоопасных районах, и даже когда стемнеет, они делают все возможное, чтобы спасти выживших, и, честно говоря, их жизни угрожает опасность. Я хочу поблагодарить всех в регионе за людей, пострадавших от стихийного бедствия. Все они упорно трудятся, несмотря на то, что их жизни угрожает опасность. Ибрагим Чаликкол – очень смелый человек, присоединившийся к поисково-спасательной команде. Пожалуйста, не забудьте показать свою поддержку народу Турции. Представьте, что однажды у вас может быть плохой опыт, и вы не хотите быть в одиночестве, как они. Помните, что деньги от пожертвований не поступают к нам, владельцам канала. Он занимается благотворительностью, чтобы помочь нуждающимся. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Какой позор в других видео! Береги себя! До свидания!